на сегодня рассмотрим white paper данного проекта. Напомню, что white paper – это основной документ, на который ссылаются инвесторы, принимая решение, инвестировать или не инвестировать. Перед инвестированием они обязательно тщательно изучают данный проект. А white paper данного проекта расписан более чем на 77 страниц. Оглавление выглядит следующим образом. Здесь расписаны маркетинговые стратегии, стратегии по созданию блокчейна, стратегии по технологиям, которые будут применяться, модель токена, как будет токен функционировать, дорожные карты, команды, партнеры и постпродакшн. Здесь вы можете видеть, что white paper сделан очень качественно. На white paper много полезной инфографики. И вот один из примеров, на котором показано, сколько составляет рынок киберспорта и как он будет развиваться в дальнейшем. Также представлены различные инфографики, с ними необходимо ознакомиться перед инвестированием. Sponsorshipping и advertising, то есть реклама и спонсорство, и представлено множество компаний, такие как Adidas, Twitch, AMD и многие другие именитые. И также в списке партнеров Red Bull. Это не может не радовать. Также представлены цены призов для участников различных соревнований в разрезе различных лет. И показывается, как в арифметической прогрессии все это росло. И, ну, как ожидают создатели проекта, безусловно, будет расти. Здесь показаны лучшие игровые комьюнити, EA Game, Activision, Blizzard, Tencent и многие другие. И также компьютерная аналитика. В white paper прописано, что оценка победителя будет производиться самой системой без привлечения каких-либо сторонних наблюдателей и советников, что приведет к максимальной объективности оценки и невозможности купить результаты. Для этого будут сделаны специальные алгоритмы, которые невозможно будет обмануть. Ну и теперь самое интересное. Токен, его бизнес-модель. Подробнее ознакомьтесь. Хотелось бы сказать, что токены будут постоянно задействованы, постоянно в движении. Это непременно поддерживает ликвидность данного токена и не дает ему упасть, потому что выплаты будут производиться в токенах, выплаты победителей, а различные спонсорские сборы также будут производиться в токенах данного проекта. То есть постоянный кэшфлоу, постоянная текучка приводит к тому, что цена на токен не снижается, а растет по отношению к ключевым криптовалютам, таким как биткоин и эфириум. Детали токен сейла также представлены в white paper, но их мы уже видели на сайте. И распределение также представлено на сайте. Вот, в общем-то, и все, что хотелось рассказать о данном проекте. Чтобы подробнее с ним ознакомиться, переходите по ссылкам в описании. Изучайте white paper, смотрите сайт, смотрите оценки данного проекта от различных экспертов в сфере ICO и криптовалют. Всем спасибо за просмотр. До свидания.